так. Трактор-то был вот здесь вот. Оповещение, пункт сбора. 16 июня, праздник села. Дом культуры сельский. Кружков. Ага. Кружок теннисный, веселый крестик, умелые ручки, театр эстрадных миниатюр. Показывают фильм. Как у вас тут жизнь? Код ремонтировать. Потом это все нормально.
Уже все, трава по пояс. Одна разруха, больше ничего нет. Да, телефон работает. Есть вода. Да. Здравствуйте. Грибов не собираете еще? Пока еще нет, а есть уже? Нет еще. Это вы насобирали? Вот там его. Волнушки что ли? Здесь грибы вы не знаете. Ой, дед, ты тоже. Лужайники, отец? Лужайники. Эти-то, ну да. Крапивники называют, да. А бабок. Это лужайники называют. Это, видишь, больных-то нету. Это я вот сегодня прошлый, ну, вот начнется на это. По лесу, везде. Да, надо посмотреть. Очень это... вкусные вот эти-то белые. Медведи есть? Медведи, говорят, есть, но я не встречал. Кабанов этих, конечно, всех этих встречал. А это купальник. Это женская купальня. Да, деревянный желоб. Родник выходит. Куда она вода дает? Да. Да, были уже. Да, наверное, тоже искать на сечке. А? Я это оттуда. А? Ну, сечки-то что? Сейчас. Ой, да спасибо, Господи. Ну, знаете, я не знал, ну, слышу. Я, как сказать, не здешняя, ну, здесь вот 4 года как прислуживаю. Убираюсь, да, маленько отвечу. Ну, там прибрано у вас, все хорошо так. Да, 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 да. Вот я туда. Угу. Сейчас на обед ходила, думаю, гляжу машину, думаю, надо тихо. Угу. Там иконы есть. Да, да. Эти. Ага. Спасибо, Господи. Вам пирожок будет? Что-нибудь давайте еще дадим. Если это. На это. С чем-то это пирожочек. Ну ладно, спасибо, Господи. Я на престол. На здоровье. Ага, помоги вам, Господи, с Богом, приезжайте. Водички набрали, да? А купались? Нет, не купались. Боюсь, холодно. Да, так сегодня приезжали, купались. Так, кому я не нужен? Ладно, с Богом. До свидания. Спасибо. До свидания. Нет, все, бесполезно. Подожди. Козочки. По этой тропинке стоит. И школу тут ходили, по этой тропинке. Ходили мы в лес, и вот мимо этого поляна ходили. К деревне ведет почти глухой лес, да? Угу. Уже и сама тропа, дорога уже зарастает. Ты не заблудился? Так. Правильно идем, нет? Дорожки были хорошие. Ароматы леса. Так, здесь ручей. Опа! Еще правильной дорогой идем. Все, говоришь, чисто было, да? Вообще ни одного деревца. Аж. А что здесь, поляны были? Поля были. Возделывали здесь что-то? А что выращивали?
Что выращивали? Семец, чурек, горох. Угу. Горох? Овес, гречиху. Последний раз я здесь шел по дороге, это 50 лет назад. Ага, да? 50 лет назад? Ага, 15 лет назад. Вот здесь, представляешь? Ага. 15 лет назад. Помню, что здесь? Здесь уже ничего похожего нет. Сменилось кардинально все. Здесь уже ничего не было, то есть чисто поля были. Ага. Не было вот этого, ни этого леса не было. Тут дорога была, автомобиль можно ехать, на автомобиле было. Рядом велосипедная дорожка была параллельно. Нифига себе, как изменилось. Ладно, эти дорожки есть, эти ступеньки, я бы их не нашел бы, наверное. Ну, ориентир-то знает, конечно. Тогда все поля были, чистотейшие поля были. А теперь здоровущие березы здесь выросли. На поле дикий лес вырос. Ничего себе, смотри, как здорово. Сплошная щетка. Не хватает тут места, надо их пролежать. Да, места не хватает, поэтому в угнетенном состоянии находится. Вершины зеленые. Вот попробуй по такому лесу пробираться, да? Километров 5 пройдешь, устанешь, как не знаю кто. Да, вот так поля зарастают. На дорогу, да, вон там, проверь. Это дорога-то? Нет, вон там. Идем фактически по развалинам, да? Ну да. Раньше для человека здесь представлял ландшафт некую культурную ценность. Все было ему известно, поля, дороги, ручьи. А сейчас все уже. Это вся, весь этот культурный слой, он стирается природой. Лес зарастает и уже если скоро... Вот выходи, вот, если я бы не оттуда пошел, я бы не знал, что это здесь. Все такое, где вы ходили, да? Я бы не сказал, что это дорога, по которой я ходил. Да, видишь? Как природа стирает культурный ландшафт, да? Ну да. То есть и потом все, ничего не останется. Вот нас не будет вот даже с тобой. Уже никто не скажет, что здесь была деревня. Да. Природа все сотрет. Велосипеды насекали сюда на стене. Велосипед был такой черный. Прогресс назывался. Это купальница европейская. Да, очень красиво. На бывшей дороге растет. Кстати, грибы шубера. Вон, смотри, остатки грибов. Видишь? Опята. Упавшее дерево преграждает дорогу. Дорогу, которой уже нет. Вот это дерево образует кромку ковра. Это поле было раньше, да? А теперь березы только. А, ехать. Здесь? Подпинула оттуда в Калмане. А это куда? А это я буду посмотреть, там переехать. Где деревня? Как сосны плотно прорастают здесь. Уже непролазный сосновый лес. Здесь лес пока еще не захватил. Жизнь кипела? Люди работали здесь, да. Повсюду были здесь люди. Да. Человек ушел и все кончилось здесь. Смотри, какая счастье. Как так это могло забить? Так это поля вот все были, вот поле. Поле, вот по полю здесь. Вот это вход деревни. Раньше все чисто было. Вот туда не было ничего. Дома стояли по обе стороны. Завал тут. Тополь. А вы говорите, кто-то живет. Кто здесь живет? Если кто-то жил, расчищено было бы.
Вон остатки дома тоже. Столбы остались. Центральная улица деревни. Одни столбы напоминают, что здесь была деревня. Все, больше ничего нет пока. Не, не сюда. А забивали, смотри, с глиной, да, там? Галош здесь сколько? Ничего себе. Так, сейчас зайдем в комнату. Сейчас, подожди, я посмотрю. Портрет. Печь была здесь, развалилась. Это чердак. Здесь, видишь, закрыто. Здесь жили все уже. Это дом последнего жителя, я так понял, да? Да, банька покосившаяся. Вот дворовые постройки какие-то были. Да, а здесь вон вот это основательно, это тоже баня тоже. Да, бросать было ему жалко все это дело. Жили до последнего. Да. Это видишь, хлеб, что ли? Висит. Представляете, вон, видишь, висит замок. До сих пор замок висит, да? А стены нет. А нет, вон. Хлеб, хлеб, да. Хлеб, и здесь еще дверка. Да, здесь вон стоило. Деревянные, смотри, остались грабли какие. В двух полях улях пчелы живут еще. Ну-ка, покажи. Там, вон вылетают, видишь, вон. Действительно. Вылетают, цветок туда. Пчелы живут, представляешь? Ага. У него. А здесь смотри, что-то. Здесь у него вата какая-то строительная хранилась. Ну, нет, скорее всего, были раньше тоже хлев какой-то. Но он его уже давно не использовал. Как склад использовал. Мешки. Здесь птицу, наверное, еще чуть держал. Ага. Вон рамки из-под ульев. Завязанную тряпочку. Смотри-ка, что это. Иван Александрович. Завяжем. Отец у него через дорогу тут жил.
Но он не здесь живет, уже его второй дом. Он не в этом доме. Ну, мы снимем только на память. Нам, чтобы, конечно, что было, как люди жили. Мы еще трогать не будем. Палочка, смотри, закрыта палочкой. Вон тоже рамки для улья. Это раньше вот так закрывали палочкой. Ты бы запор-то снял, Леш? Я все снимаю. Да. Так, открываем, смотри. Здесь смотри, сколько у него рамок было для ульев. Фонари старые, видишь? Ретро. Вон шапка военная. Пряха вон, пряги вот, вон, пряха, видишь? Ага. Кадушка деревянная. Это да, пряли. А вон фуражка. Шахматы даже. Шахматы. Да, не трогай, блядь, мыши бегали там. Вон зонт висит даже. Да, ну. А вон здесь у него шапки. Опять рамки тут. Целый стеллаж. Коридор. Жесть, короче, жесть. Кухня. Вот у него простор, ну тут. Да, кухня. Жесть, короче. Вид. Кухня, ага. Помощь животноводу, книга. Смотри, глиняный горшок какой. Шикарный. Настоящий. Ага. Там у него уже, наверное, ничего не сохранилось. О, так это он ее очень сильно любил. Представляете, здесь еще есть электричество. Вот. Электричка была. Ага. Здесь провода. Кошелечек. Да уж. Да, Лёш, ну-ка дай-ка. Жесть. Вот этот я возьму. Да, да уж. Это было что у него тут? Типа ванны что-то? Да. С печью рядом. А здесь, по-видимому, типа ванны было что-то. Ну смотри, зеркало висит. Брился он здесь справа. Ну, в смысле, помывочное. Помывочное, да. Это что-то у него типа спальня было. Смотри, какой горшок шикарный. Глиняный. Это вообще. Вон этот. Как называется это? Веретено. Веретено, да. Вон от прялки. Электропрялка? Вон от прялки ручная. Ее поставить надо. Это пряжу. Вот педаль, видишь, педаль. Раз, это крутится. А вот смотри, какой вид из окна здесь у него открывался. Особенно, когда снег зимой тут. И волки воют. Да. Вот он, блядь, так же видно. Ну, здесь еще он хорошо, просторно у него. Здесь у него, можно сказать, по этому, по-царски. По-царски, да. Ну вот в одной комнате такой летит. Смотри, шапка еще у него. Да, электричество есть еще. Электроэнергия есть? Да, он горит, индикатор. Так что... Воск остался на рамках. Они готовы, их ставь улей сейчас, и все, они готовы. Улей-то вот они, нет, выкачаны с них. Их ставят, да, это магазин целый, улей вот этой, ставят этой, целый ящик.
собрался как будто куда-то увозить, видишь? Угу. Может, и увезет еще. Кто-то увезет из родственника, по-моему. Хотя кто будет заниматься? У меня два сына в городе жил в Ушкабе. Один-то в Ушкабе живет, а куда не знаю. Одного-то я младшего видел в Ушкабе раньше. Ладно, пошли, все. Это было типа кладовки что-то. Бутылка, конечно, тут раритетная сохранилась. Да, вот жизнь так и проходит. Всех людей. Каждый строит свой дом, который потом оставляет кому-то, природе, детям. Перед каждым деревенским домом куст сирени рос. Сирень, да. Вон, видишь, какой кустище? Да, тоже дом был напротив. Хозяйственный был мужик. Берем. Центральная улица деревни, пап. Раньше как она выглядела, а? Что здесь? Скамейки стояли по бокам, что? По обочине, да? Неспешно люди прогуливались по этой улочке. Дорога укатанная. Ребята, нет уже, все. Дорога укатанная, пыльная была. Да. С одного конца деревни встанешь, другого конец видно было даже. Вот. Ага. Ёлка-то большая. Это против, это Таисия Ивановна. Да. Отдыхали, что тебя тоже. В Ласкануле заехал, это где мостика было. Только он слопал, но такого бардака нигде не разъехал. Мост есть, мост тоже? Нет. Нет, какой мост? До шечки, есть, по до шечки, возьми. Осторожнее, осторожнее, здесь вода. Я уже на дороге. Это папин брат, дом вот этот вот рядом. Иван Алексеевич. Но он хорошо сохранился, капитальный дом. Иван Алексеевич, где? А это баня у Павла, это баня была. Вот здесь баня была. Вот, ага. У всех, смотри, домов скворечники были. Два скворечника и здесь. Дом большой один казался. Нос. Бревна-то капитальные у него. Видишь, как крепкий, до сих пор стоит. Мне кажется, он придет 100 лет. Здесь скамейка была широкая, она стоит, нет? Из дерева сделано было. Если делать, сидим, то надо. Да, дом большой. Для тех времен, для деревенского дома это очень большой дом. А это что, он здесь птицу содержал, что ли? Инкубатор, это что такое? Ну, видишь, какие половицища? Инвалидная коляска, что ли? Ага. А? Инвалидная коляска. А это что такое, инкубатор, что ли? Или что это такое? Птицу содержал. Не знаю, может быть, цыплят. Видишь, у них какие вывесения. Ага. И полтовник какой. А смотри, здесь печь еще сохранилась. Ничего себе. Печка тут. Слева кухня у них была. Ага, есть кухня. Я из армии пришел, тут был последний раз в этом доме. Сколько мне лет было? Видишь, какая просторная была из волны. Ага. Казалось. По сравнению с нашей. Там стол у них стоял.
А это, по-видимому, уже когда был ходячий кто-то, да, ухаживали за ним? Наверное. Стол. Он болел. Как, он уже не ходил? Я его не болел, он этим. Раз у него был чего-то. Тоже печь. Здесь телевизор вот углу стоял, помню. А, вот здесь телевизор стоял. Здесь. Где Ваня смотрелся. Вон лампы остались от телевизора. Смотри, что бритва, электро. Вот здесь уже мародерчики все походили, конечно. Ну, конечно. Вот смотри, сережка здесь даже. Настоящая русская. Сережка даже с янтарем осталась. Покажи. Ну, вот. Я был здесь, сейчас скажу, в каком году. А это что такое? 70. Что? Это какие-то леденцы были, по-видимому. В 74 году, Андрей, я здесь был. В 74 году был? Да. Когда еще меня не было и в помине. Я мобилизовался в 75, в 74 пришел сюда, а родители уже жили в Москонуре, не знал я. Ночью пришел, дождь. Угу. Пришел, а дома нету, дома на заборе нету никого. Сюда постучал, говорю, где родители-то, спрашиваю. И, конечно, переехали в Москонур. А ночь уже, я в шинель намокла. Переночевал утром домой туда-обратно. Вот сколько прошло? 74, 26, 36. А вот это что такое? 36, 40. Вот это. Удочка зимняя. Что ли? Ага, вот. Зимняя удочка. Да, да. 44 года прошло, я здесь был. Вот почти, этот дом. Почти полвека. Вот здесь обедал за столом, ужинал, то есть. Почти полвека. Перо, смотрите, какое. Ага. Андрей, не трогай руками. Не трогай, да, Андрей, знаешь. Вот здесь умывальник был у них. Рукомойник. Обыкновенный. Поддеваешь который. А здесь были палати. А, досок нет просто. Палати. Ага. Видишь, спали на нем, да? Можно, да, залазить. Со печи прям раз. Так, а дальше что было это тут? Это клеть была. Клеть? Да. Зерно хранили там, муку туда-сюда, чтобы он был. Вон веники до сих пор. Ну, я и врачу и говорю. Банные веники. Ха-ха, ничего себе. Все капитально сделано тут. А это что было? Я говорю, амбар. Амбар? Кладовка. Ага. По-другому. Так. А что это, как у него? Это кто здесь жил? Брат и деда? Дядя мой. Дядя. Брат, папа. Это у них был хлев. Вот это хлев. Ага. А здесь вот баня была. Тут огородец был вот небольшой, загородка. Ага. Там картошку сажали. Вот. Помню. Спилили. Вишки отростки. Он был высокое дерево. Видишь, ага. Основной сорт. Потому что рядом-то наш дом был вот здесь. Вот здесь вот наш дом. Вот. Здесь ваш был дом, да? Все, ничего не осталось сюда. Даже фундамента не осталось. А яма у нас осталась. Но его из труб перевезли, да? Что-то увязку продали. Вот яма осталась. Ты здесь родился, да? Да. Вот остался камень. Ну-ка покажи. Ого, как угла. Угол. Угол твоего дома. А здесь вот еще один дом был. Это Поросковья жила. Ага. Родственница папина. Вот здесь вот. Дом большой был, тоже ничего нет. Вот это мы, здесь пруд был. Вон даже остался, вон, вот, видишь, вот это
Ага, и вон. Тут все перепят. Прудили, здесь большой пруд был. По дну пруда идем мы. Упали. Это речка. Вон, видишь, перо хищной птицы. Это улица была тоже? Это как это по букле улицы? А. По улице идет. Мы товарищ вот в этой доме жил. Вместе бегаем, товарищ. Смотри, у земляники какой гигантский цветок по сравнению с моим пальцем. Ну, да. Да, смородина, смотри. Сирень сплошные заросли образовала. Через 5 лет будет уже не отличить, где поляна, где лес, да? Это точно. Здесь, видишь, проплешины есть, да? Ага. Прямая какая дорога, да? Запах бесподобный, конечно, здесь. Сейчас мы выйдем в деревню Москуну. Как будто питомник по выращиванию сосен. Все поля заброшены. Лес четко видно, этот лес наступает, да? Видишь? Еще в рабочем состоянии. Привет, привет. Здравствуйте. Вот жил, раньше жил в деревне Егошино. Да, может, знаете даже. Покотка у вас здесь. Ты кто? Я человек. Ну, кто? Нет, Валентин Егошин, кто, пап, как? Валентин Егошин. Егошин! Да. Ядрит твою! Ядрит твою. Так вместе учились.
Не помню. Да как? Я не знаю, так я... Я не могу вспомнить. На имя скажите. Я Платонида. Тушнурят. Тушнурят, сказал. Да, понял. Вот. Это волосы белые. Как кабахтина сидели мы. Волосы белые у вас были. Так, фотографию сделаю с вами. На память. Вставайте вместе. Так я на маленькие заповощи надо. Маленькая более. О, фотография на память. О, видишь как? Как вот так хорошо зашли. А вот я здесь живу. Как одноклассники живут? Все живы-здоровы, нет? Да кто? Кто у нас тут здесь? Домрачев Юрий там присутствует. Юрка Домрачев тоже живет. Живет, да. Он тут вот так постоянно живет, а деревню-то держит. Вот Анатолий Иванович жил. А Ефремов? Вовка. Вот Анатолий Иванович жил. А ты его знал? В одной деревне? Но он помер же. Он умер, вот и как умерла нынче зимой. Вот а, дом стоит. Жена-то умерла? Да. А что жена умерла? Она ж не старуха еще. Она не старуха, а вот у нас какой несчастный случай вышел. Мне нынче было 65. Тебе тоже 65 лет? Да. Вот отмечали, и вот она домой ушла. Ушла домой. Гости его проводили, она ушла домой. И зачем он туда пошла? А я думаю, это же за что? Зима, что ли? Были. А, да. Замерзла. Не, она замерзла, не знаю, вот что. Думаю, не попала. Ну да. Женщина-то это нормально. Ну, капа она, о, веселая какая была, ой, капа только заводила. Вот я, вот мы из деревни сюда переехали. А еще кто одноклассники у нас здесь живут? Файка Тузайцева, Мусулова, как? Файка Мусулова, Сантонова. А, помню такую, полноватая такая. Она, ой, сейчас он расписывала. Помню такую, плохо училась. Да. Помню до сих пор. Вот потом, кто тут еще теперь у нас москвы? Мы вот только двое с ней. А что это у тебя сын? Это оба, а? Мы. Да. Что-то не похожи. Похожи? Наверное, что-то разные. Нет. Я шучу. Один. Общие черты у всех прослеживаются. Один может на мать, один вот на другой. Это. На один по животу сразу видно. Но, а живот есть, есть. А этот нет. Вот этот нет, это в процессе. Мы тут переехали сюда. И вот. И вот, жили в пятером. Две дети у меня, две дочери. Все кровь была. А теперь осталась одна. О, ну скучно одной, да, да? А куда деваться этот? Ну, муж, да. Муж умер вот 7 января, 6 января был год, как умер он у меня. С ним еще были. У меня дочь умерла, вторая. Заболела? Она сахарным диабетом болела. Маленько заболела, ей 24 года вот умерла. Вот 14 лет было в феврале-то. Вот я теперь одна, вот и... Почую. Давай ты. Кто-то говорит, все, это так, как лает, да? Копаль мы с пластиковой бутылкой.